Решение Майи Санду выдвинуть в премьер-министра Игоря Гроссу, похоже, сильно расстроило ее бывшего соратника Андрея Настасия. Тем более, что в политических кулуарах обсуждалось, что именно он может возглавить правительство. Накануне около полуночи Настасия опубликовал на своей странице в Фейсбуке стихотворение Адриана Паунеску «Орация де Нунте», то есть «Свадебная ода». В одном из четверостишей лирический герой говорит о том, что, как всякий, имел право на безумство, последнюю надежду и попытку, но его ожидания они оказались обмануты. Он к тому же выражает готовность окончательно разойтись путями с героиней, которой адресовано прощание. К утру Андрей Настасий удалил стихотворение со своей страницы.